Никаких сильно вступительных речей, просто начинаем готовиться к Рождеству и поднимать себе настроение. У-у-у. Но перед тем, как мы переступим к видео, ты должен подписаться на мой канал, а также жмякнуть колокольчик и поставить большой палец вверх, даже если ты еще не смотрел мое видео, оно будет великолепным. The five and ten, glistening once again, with candy canes and silver lanes aglow. It's beginning to look a lot like Christmas. Toys in every store, but the prettier sight to see is the holly that will be on your own front. A hop-along boots and a pistol that shoots is the wish of Barney and Ben. Dolls that will talk and will go for a walk is their hope of Janice and Jen. And Mom and Dad can hardly wait for school to start again. It's beginning to look a lot like Christmas. Everywhere you go, there's a tree in the Grand Hotel, one in the park as well, the sturdy kind that doesn't mind the snow. It's beginning to look a lot like Christmas. Soon the bells will start, and the thing that will make them ring is the carol that you sing right within your heart. Лучик солнца, лучик солнца. По традиции, ну конкретно в нашей семье, у нас висят носки новогодние или рождественские. И в них мы
складываем маленькие подарочки. И в этом году у меня оригинальные подарки для моей семьи, потому что в прошлом году они были хорошими, но не очень. Волшебный контейнер, который открывается раз в год только. Там еще бантики есть, а тут олень. Тут олень. Там моя картина. У нас в этом году будет стиль разнообразие называется. Обычно у нас какие-то стили, но знаете, что-то в этом году неохота заморачиваться, поэтому все сразу. Что это? Another one? Понимала суть этой фразы, потому что елочка не должна гореть сама по себе, это жить, ну, она будет гореть, поэтому у меня были вопросы в детстве. О, боже мой, мне так нравятся американские елочки. Вот у меня никогда не было в России такой красивой елочки, вот честно сказать. Она была, но она не была настолько красивой, я не знаю. Это потому что она большая, это потому что с ней уже идут огоньки. На самом деле, практически у каждой елочки в Америке уже вставлены огоньки, и тебе не нужно наматывать на нее. Я не знаю, есть ли такое в России, то есть, ну, елочки такие-то я не встречала, но наверняка есть. Я хочу похвастаться, я сама украшаю лестницу каждый год, это была моя идея, и я такая, вау, чувствую себя очень особенным и креативным человеком. Та-дам! Если честно, я рада, что я не живу на втором этаже, потому что если ты захочешь кушать ночью, представляете, какой путь нужно проделать только к холодильнику. А вот моя комната по соседству. Просто оцените мой шедевр, который я сделала 3 года назад. Здесь даже вылазит Санта. Ой, какая красота. Я бы сейчас уже так не сделала, честно сказать. Чаёк. В общем, сейчас я буду украшать и запаковывать подарки для моей семьи. У-у-у. Уже некоторые поставили, кстати, подарки под елку. Вот, и там очень большой подарок. И, конечно же, ни одного подарка для меня. Опять обделение. Ой. Класс. У меня все подарки от корейцев. Потому что они меня так и любят. В этой семье. Корейцы. Все мое проживание в России я никогда в жизни не упаковывала подарки именно в коробку, потом бумагой. Но теперь я обамериканилась и всегда украшаю подарки бумагой, фантиками всякими различными. Я могу показать, как обычно упаковывают американцы подарки, потому что когда я впервые сюда приехала, я не знала, как это делать. Коробочка, бумага. Теперь... Хороший вопрос, что теперь? Я этого не делала год. Отмерить, сколько бумаги нам нужно. И тратить экономно такую штуку. Экономно такую штуку. Ну все, Гринч без головы остался. Ну блин, Маша, ну что у тебя руки такие крюки, а? Ладно, без паники. Что у нас? Ну, в принципе, да, вот здесь отрежем. Нужно наклеить такой стикер, где ты говоришь, от кого и кому. Я думаю, что я наклею какой-нибудь отсюда, потому что мне не больше нравится. Поэтому красный смотрится здесь ничего так. Поэтому красный.
Хотите, также покажу кое-что? Я проснулась и хотела пойти в музыкальную комнату. Да, у нас есть музыкальная комната. Там занимается моя сводная сестра. Она умеет играть на пианино. И тут она оставила мне записку: не заходить, убьет. Давайте зайдем. Дамы и господа, так меня еще никто не обделял от общества. Красивые малявки. О! Да. Это он типа мне показал, да? Двойник. На Хэллоуин. О боже мой, это что? А еще второй карман. Знаете, мне иногда кажется, что я схожу с ума по свечкам больше, чем сами американцы. Потому что, ну, это волшебно. Да еще и все по скидке. 3 свечки за $10. Это очень дешево. Это прямо очень дешево. Если ты до сих пор не подписался на мой инстаграм, подпишись, я жду тебя там. Конкретно тебя, да. Я, конечно, извиняюсь, но я обязана вставить это сюда. Потому что без этого никакого праздника не будет в моей жизни. Боже мой. Это все, это любовь. Это фильм на все века. Джентльмены, удачи. Новогоднее настроение 110. Про иронию судьбы я просто промолчу, потому что мы ее смотрим каждый год по традиции, да еще и с нашей американской семьей, и мой отчим очень любит этот фильм. А знаете, какие самые известные новогодние фильмы в Америке? Это «Рождественская ночь» и также это «Рождественские каникулы», если я не ошибаюсь. Боже мой, Гринч, да, его тоже все тут обожают и смотрят, в том числе и я, и моя мама. А также Снупи, это собака, которая очень знаменита здесь, и есть новогодние мультики про нее. Никогда не могла подумать, что такое я смогу когда-нибудь смотреть в Америке. Представляете? Я, кстати, вот рисую так же. У меня там свечка, карандаши, чаек. Ёлочка и Зина. Слишком все великолепно. Ах. Также могу посоветовать посмотреть корейскую дораму «Наследники». Я ее смотрю теперь каждый год. И эта дорама совсем не о новогоднем настроении, но она мне создает это новогоднее настроение, потому что лично по моему опыту я нашла ее. Кажется, 3 или 2 года назад, ровно 31 декабря. И именно тогда я начала погружаться в культуру Кореи. Поэтому каждый Новый год я ее включаю и смотрю, так как это особое воспоминание. Почему все время, когда корейская героиня, вот просто она приходит, вся такая бедная, а он такой весь богатый, в 3-этажном доме живет в Америке? Что за хрень? Скажите мне. Это я когда приехала в Америку. Мне интересно, что вы смотрите на Новый год, потому что мой вкус достаточно странный. Ну как странный, он необычный просто. Я смотрю советские фильмы, потом перескакиваю на дорамы корейские, и затем я смотрю американские современные фильмы. И мне все нравится, у каждого свои особые штучки поднятия настроения. Американцы ставят и украшают дом уже в ноябре.
Рождество наступает 25 декабря. С утра семья открывает подарки, потом у них рождественский завтрак, обед и ужин. И также 24 декабря на Christmas Eve у них тоже рождественский ужин. Меня многие спрашивали в Инстаграме, почему у тебя такие долгие каникулы новогодние, 20 дней практически. Ну, да, это действительно правда. Большинство студентов с колледжев, у них еще дольше новогодние. Например, у моей подруги брат уже в колледже, и у него каникулы длятся где-то 2 месяца или месяц. И все потому, что американцы уделяют большое внимание празднику Рождеству, потому что это семейный праздник, и родственники должны быть вместе в это время. Также не забываем вещь, что я начинаю учиться с августа, и поэтому все эти 20 дней просто взяты из августа. Обычно у американцев есть традиция, они берут эльфа, и в течение декабря они его передвигают по дому. И чтобы, когда дети проснулись, они пытались найти этого эльфа, и тот эльф, он обычно держал какую-то записку или конфету. Когда я рассказывала своим американским друзьям про Снегурочку и Деда Мороза, у них возникал вопрос, где родители Снегурочки? В Америке не понимают наши салаты с мясом, для них это необъяснимо. Но мы готовим оливье каждый год. И в этом году мы собираемся даже холодец приготовить. Хоть я его никогда до этого не ела, но как я переехала в Америку, я сразу его полюбила. Рождество в Америке — это семейный праздник. А вот Новый год — это уже тусовка с друзьями. Угадайте, что происходит сейчас в магазинах. Никаких украшений, вообще ничего нет. У нас сейчас готовится к Дню Валентина. Надеюсь, я смогла тебя погрузить хотя бы на вот столько вот новогоднюю атмосферу, хотя бы на несколько процентов. Если так, то поставь палец вверх, подпишись на мой канал, на мой инстаграм. На это все. Bye. Сюда.